о русском туристе замолвить слово. Уж год не пускают его за кордон, но съездить в Европу так хочется снова. Но съездить в Европу так хочется снова. Но съездить в Европу так хочется снова. С семьёю в Европу примерно миллион. Он в вашей стране не нарушит покоя. Скромнее турист теперь не найти. Жилье подыщите туристу простое. Он может и лежа, но может и стоя. Еда и удобство, право, пусто. Готов он в Европу пешком подойти. Так Надюшка на Родосской вышке подошла. Ага, хорошо, давай. Давай, давай. Давай. Давай, давай, готов. Я готов, да. 1.5 метра. Получилось. Ура! Ура! Покорила вышку. Здорово. Здорово, покорила вышку. Покорила вышку. Молодец. Нет. Одна прям сразу.
Девчонки, будешь писать. А ты сейчас в Хепке будешь? А я сейчас пойду писать туда. Так долго стоял, красовался, там красовался. Долго под водой. Вот.